Сегодняшний день также ознаменован печальной датой. Ровно 30 лет назад произошла крупнейшая техногенная катастрофа современности – авария на Чернобыльской атомной электростанции. Тогда, в 1986-м, в результате взрыва был полностью разрушен четвертый энергоблок. В радиусе 30-километровой зоны от станции были эвакуированы более 115 тысяч человек. В ликвидации последствий аварии участвовали более 600 тысяч советских граждан. Сегодня ночью в Славутиче, построенном вместо города-призрака Припяти, прошла минута молчания. Десятки человек собрались возле памятного знака героям Чернобыля. В это же время в Киеве начались траурные богослужения. Памятные мероприятия сегодня также прошли во многих странах и в первую очередь в Украине, Белоруссии и России, на территориях которых до сих пор остаются зоны отчуждения. Владимир Путин направил телеграмму участникам ликвидации последствий крупнейшей аварии в истории атомной энергетики. В тексте говорится, что Чернобыль стал серьезным уроком для всего человечества и что масштабы трагедии удалось минимизировать только благодаря самоотверженности специалистов, выполнявших свой гражданский долг, за что им низкий поклон.